Сочи, 13 мая, РИА Новости. Краснодарские пограничники задержали в акватории Азовского моря маломерное судно с двумя браконьерами без документов, сообщает пресс-служба пограничного управления ФУ, ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, маломерное судно было обнаружено пограничниками в четверг. На борту находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского. Маломерное судно и браконьеры в связи с отсутствием у них документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, доставлены в порт Ейск для установления личности и принятия процессуального решения, говорится в сообщении регионального погрануправления. Ранее Управление госслужбы Украины по ЧС в Запорожской области сообщило, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков из Бердянска, которые на лодке «Амур» вышли в море с территории базы отдыха «Искра» Бердянской косы и не вернулись. Сообщалось, что поиски пропавших были прекращены в пятницу вечером, поскольку супруга одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища. В настоящее время они якобы находятся в Ейске. В МИД Украины сообщили, что Киев проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков в Азовском море. Консул Украины в РФ выехал на место для выяснения обстоятельств. Ейск Краснодарского края входит в границы консульского округа консульства Украины в Ростове-на-Дону, которое возглавляет Виталий Москалин.